Для регистрации аккредитации на электронных площадках нам обязательно нужно будет зарегистрироваться в системе GISTORGE. Как только мы пройдем регистрацию, регистрация у нас проходит через электронно-цифровую подпись и через наши непосредственно госуслуги, да, то есть поэтому, у кого нету госуслуг, вам придется все-таки у них зарегистрироваться. Итак, обязательно проходим регистрацию в GISTORGE, да, то есть здесь мы можем выбрать для продолжения работы, выберите, да, то есть